Извините, вам можно задать вопрос? Вы верите в жизнь после смерти? Не верите? А что такое смерть? Не боитесь вообще? Ну а что, толку бояться? Какой смысл? Ну, а ад и рай? Ну кто знает, что будет. Мне бы сейчас прожить более или менее. А вы? Извините, можно вам задать вопрос? Можно. А вы верите в жизнь после смерти? Отчасти. Ну что это значит отчасти? Ну, хорошую религию придумали индусы. Называется. В другой жизни, может, что-нибудь будет получше. Вы верите в жизнь после смерти? Нет, не верю. Каждый человек боится смерти. У меня есть больной ребенок, которого я должна содержать. И он один без меня не будет жить. Как вам кажется, что тогда смерть вообще из себя представляет? Ну, это переход из одного состояния в другое. То есть жизнь после смерти есть? Ну, это может быть не жизнь, но какое-то другое существование. Что такое смерть? Смерть? Это ничего, это в землю тебя закопает и все, больше ничего. А не верите в бессмертие души? Нет. Не греши. Сейчас, правильно же? Говорит, то есть на том свете будет тебе хорошо. Люди, кто грешит, тот живет. Говорят, что душа же переселяется из людей. Это у нас тело. А душа там, ты умираешь, там она в кого-то переходит, может быть. Меня родители верили в Бога, все, а дело-то не в этом. А в чем? Жить по совести, я говорю, надо просто. А зачем жить по совести, если все равно там это не зачтется? А зачем зачиталось? Просто перед собой будешь чист. Смерть пришла, меня дома не нашла. Я в дороге, я в пути. Меня и дома не найти. Вот так. Кто не боится смерти? Всем надо, хочется жить. А при чем тут это-то? Всем не хочется. У меня мама дожила до 93,5 лет. И все говорила, уж косям пора бы на место. А умирать-то, говорит, не хочется. Мы живем сейчас пока, об этой думаем, а то, что будет, то и будет потом. Вот мне бы поймать рыбу и больше ничего, ни о чем не думаю. Все мы смертные. Так что. А в бессмертие верите? Нет, конечно, не верю. Как вообще смерть понимаете? Что это такое? Круговорот, как всегда в природе. Все течет, все меняется, все повторяется. То есть после смерти ничего нет? Нет, конечно. Я смерть уже видел много раз. Я уже в 41-м году насмотрелся смерти, когда воевал под Москвой. И что такое смерть? А что такое? Вот был я на фронте. Была, как говорится, поговорка у солдат. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Но больше бывало голова в кустах, чем грудь в крестах. Как говорится, двум смертям не бывать, и одной не миновать. Это вообще... Я к этому совершенно спокойно отношусь. Тем более, я говорю, мне уже 88 лет.
мне, как говорится, жить уже немного осталось. Так что чего я бояться смерти? Она рано или поздно придет. А в жизнь после смерти верите? Да ну, что вы. Все, как говорится, из земли выходит и в землю уходит. Вообще смерти не боитесь? Ой, длинная песня. Есть такие люди? Длинная песня, да. Вопрос дальше. Мы об этом не думаем. Да. Но если немощный, там больной, в чем учится, лучше, конечно, помереть. После смерти будет суд. Тот, кто нагрешил, получит по заслугам. Каждый получит по заслугам. Я в это вообще-то не верю. Опять. Тысячи лет об этом говорят, то, да, что существует жизнь после смерти. Еще больше вообще. Да, может, у кого опыт есть, я говорю, вот так вот. Смотришь передачи, там телевизионные, кто клиническую смерть переносил, там вроде что-то такое рассказывают. Может быть, им там кажется, а может, действительно так. Но они вообще смерти не боятся. Вы смерти не боитесь? Нет. Ну, вроде как все боятся. Ну, значит, я не все. А вы в жизнь после смерти верите? Нет. А почему? А зачем верить в то, что мне не понадобится? Если есть жизнь после смерти, то от этого действительно становится просто страшно. Тогда должна быть жизнь и после того, как... Вы считаете, вам хватает одной жизни, чтобы изменить себя так, как вы хотите? Надеюсь. Вы достигли той степени совершенства, которое вас удовлетворяет? Думаю, что да. Вы счастливый человек. Я не отказываю себе в этом. Значит, вы не боитесь смерти? Именно поэтому? Не знаю. Бояться смерти можно только в том случае, если что-то здесь не успел.